Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова во время прямого эфира рассказала о том, какие изменения Денис Паслер внес в антиковидный указ. Самое важное – клубам и кальянным разрешили работать. Для посещения банкетов больше не нужен QR-код. На детских праздниках в учреждениях разрешили присутствовать родителям. Транспортные карты для непривитых лиц старше 65 лет разблокируют. Также Татьяна Савинова рассказала, что уровень заболеваемости коронавирусом в Орске в 5 раз ниже среднеобластного. Тем не менее, министр призывает жителей региона прививаться от ковида и продолжать носить маску в общественных местах.